Сваю першую продукцию с гранитного блока шебневый завод Глушковичи у Лельчицким районе поставил для добраупорядкования монумента дружбы на мяжи держав и реконструкции дорожной господарки у Петрикове. Полный цикл от добычи до свежераспилованной гранитной плиты у першиню для телекамеры продемонстрировали на вытворчести. Об освоении уникального для Беларуси родовища «Карьер Надея» материал наших корреспондентов. У карьеры полным ходом идет добыча гранитных блоков. По дополненным даденным геолога разведки 7 годов тому объем залягания каштовной породы у родовища 4,5 миллиона квадратных метров. По прогнозах, распрацовка родовища углыб на больш низкие уступы уже даст 25% выход суцельных плит коммерцийного блока от усей добываемой породы. Зараз бурстанки заходят только на другий уступ. У открытой породы тут покуль назираются великие расколины, природные и покинутые выбуховыми работами еще у початку 90-х. Але нават гэтые гранитные плиты можно пускать у вытворчасць и продавать на белорусском рынку и за мяжой. Через 30-40 сантиметров забуриваются вертикальные шпуры и горизонтальные по контуру того блока, который мы хотим добыть. Потом закладывается туда взрывчатка небризантная. Таким образом, этим подрывом мы отделяем блок от массива. Естественно, дальше пускаем его в переработку. Здобывают гранитный блок на предприятии по технологиях алмазно-канатного выпиловывания и микроподрыва ваткой у взрывчаткой. Миновито новые подходы у методах здобыши гранитных блоков и полный цикл перепроцовки продукции непосредственно на предприятии, головные складающие поспехового проекта. У минулым годе Гомель Аблдарбуд обгрунтовал гэты проект, и при подтримке керавництва державы была одновлена распрацовка карьера с открытием новой вытворчасти. На сегодня на выделенные 4,5 миллиона рублей из республиканского бюджета и 1,9 миллиона рублей из областного закуплено необходимое обсталявание для выпиловывания, транспортировки и распиловки породы. Уже за уласные сродки Гомель Аблдарбуд провел реконструкцию линии по колце бруку. У ближайших планах закупить так само обсталявание для формовки гранитных балясин. Покулюся продукция поставляется на объекты, которые проводит головное дорожно-будовнейшее предприятие у нашем регионе. У ближайшие дни начнется вытворчасть так званого коммерцийного гранитного блоку. Получили первую продукцию, естественно, которую уже используем. Вот первый объект, на котором было использовано, это монумент дружбы народов. Там уложена плитка из шебзавода Глушковичи. Уже идут поставки нашей продукции. Это гранитный борт дорожный, тротуарный, брусчатка, потом плитка. Это идет в Петриков. Предприемство рыхтуется выпускать продукцию не только для дорожной галины, але и для оздобления фасадов будинков и ландшафтного дизайна. На вытворчасці упэўнены, что стальницы для кухни, подоконники, разбяные лавы с граниту, выпуски яких так само у ближайших планах предприемства, будут вельми запатрабаваныя на рынку краин суседок. Але уже теперь видовищны не только коммерцийный, але и социальный эффект. Открытие вытворчасці – это 50 новых працоўных месцаў с высокой зарплатой, что для сельской мясцовасці вельми важно. Наталья Каприленко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Лельчицкий район.